Здравствуйте, мои подписчики и гости! Сегодня я решила приготовить омлет-рулет. Это полноценный и вкусный завтрак. Я его подаю, как правило, с соусом бешамель. Для рулета я беру 4 яйца, немного молока, кусочек ветчины, немного сыра, немного болгарского перца, 3-4 кружочка помидор, зеленый лук и небольшой кусочек сливочного масла. Сначала яйца вбиваю в миску, солю и взбиваю. Взбиваю не сильно, при помощи вилочки. Затем в яйца вливаю молоко и еще немного взбиваю. Зеленый лук нарезаю мелко. Помидор нарезаю на тоненькие полосочки. И ветчину тоже нарезаю на небольшие квадратики. Вместо ветчины можно взять любую колбасу. А сыр натираю на терке. Хотя сыр можно не натирать, а нарезать просто тонкими ломтиками. Болгарский перец у меня уже порезан, так как он был заморожен. На сковороду кладу сливочное масло и немного доливаю растительного, чтобы сливочное масло не горело. Затем вливаю 1/5 яичной смеси и выкладываю на нее ветчину. Затем аккуратно все сворачиваю рулетом. Доливаю еще часть яичной смеси и выкладываю помидоры. Также сворачиваю рулетом. Опять добавляю часть яичной смеси и выкладываю болгарский перец. Опять закручиваю, доливаю, выкладываю сыр, также закручиваю, доливаю и выкладываю зеленый лук. Последний раз закручиваю, сверху выкладываю сыр, можно прикрыть крышкой. А можно так дать постоять несколько минут, чтобы сыр немного расплавился. И оставляю еще на пару минут. Вот такой рулет получился. Сочный, вкусный. Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями.